ожидали своей очереди для того, чтобы запечатлеть матч. Многие до его начала окрестили состоянием севера и юга сборные. Да, сколько это будет соответствовать действительности? Сказать, что сегодня играют два в 92-м году. Сказать о хорошей команде Дании. Поэтому, я думаю, сегодня в рейтинге стоят итальянцы. А уж если бы то, что касается арбитров, всего сын из Милана. Это и то. Присматриваются друг друга, не хотят рисковать. И я думаю, вот это... Живая фигура в современном датском футболе. Вот момент! Ему, наверное, о том, что не нужно провоцировать. Еще раз посмотрим. Нет, не было замечания. Арбитр матча подбегает. Удар. Тотти, удар! Очень сильный и плотный удар. Назначаются штрафные. Мяч летел в притирку. Хорошее продолжение. Чуть покруче. К подобному определению. Довольно активно вступил в борьбу. Это Мартин Йоргенсен, 10 номер. Заметный игрок, казалось бы. Вот состава, а мы еще раз давайте посмотрим. Великолепно. Что когда совсем недавно у Мортена Ольс передачу, но ответили взаимностью, в данном случае это был Кристи. Йондаль Томасон, удар! Простите, это как раз далеко не в нове. А, это Хельвек. Ну, для Томаса останавливает мяч. Передача Дель Пьеро. Хельвек играет за Интер. Буффон стоит. 100% положение вне игры. У Дель Пьеро положение вне игры. Танда нет. Все-таки матч, что Зидан два раза мяча касался. Нет. Сам. Да нет. Предупреждает датского футболиста. Есть у меня. Подкручивает мяч в сторону ворот. Атака! Хороший. Занетти нарушал правила. Чуть бы. Сам вроде как ставит в неудобное положение. Хельвек! Защитник Соренсен после подачи Дель Пьеро. Удар датчане. Томас. Шесть человек против трех. И второй удар за матч. Влепил от души. Не поверил, что тот же Хельвек является. Денис Ромедаль правым флангом, но теперь уже и лев перехватить инициативу. И хороший пас, внимание, удар, прекрасно играет Дани. Ромедаль, нет. Угловой себе слов не нахожу, что же он сотворил сейчас? Соренсен, прекрасный счет. Невероятную реакцию. Вновь подача. Уфон кулаками, просто фантастическую. Еще удар. И уже... Хорошая вот концовка. Концовочка, а? Наш ответ соответственным образом. Было несомненно. Вот посмотрите еще раз. Момент. Много было напряжения, борьбы такой все. Дальше Тольдо. Ну, не... Тело уже вратаря пошло. Успеют ли подать последний угловой в первом? Команду на зеленый газон стадиона Дом Афонсо. Появляются футболисты сборной Италии. Следом за ним Джанлука Дзамбротта. Введена еще Дзамбротта. Точную передачу. Великолепный пас. И рядом с нами на испанской телевидении комическая передача в одно касание. И вроде бы под нами Гордон Страхан. Знаменитый в недавнем прошлом. Это был, прошу прощения, не Дель Пьеро. Из-под перекладины вытащил. Это Томас Соренсен, я бы добавил. 15 секундами ранее вводил мяч. Томас Соренсен сначала является сейчас на поле Джин. Мой номер итальянцев. Хорошая подача. Паузу. Буффон. Канаваро на Дель Пьеро. Зазор от Алессандро Дель. Но, естественно, не... А вот как раз момент, когда Кристиан Вьери наносил воротам.
эту же передачу от партнера. В центре поля это Ромедаль набирает скорость. В корпус играл Коновару. Делом думал, что Ромедаль приходит, он все время на этот фланг для выполнения. Проигрывает. Убегал Ромедаль. Опасно! Какая со! Ну, применить. Тотти нарушил правила. Хельвик теряет мяч и нарушает. Никлас Йенсен. Фано Фиоре появляется на поле вместо. И тому, и другому нарушения правил не было. Здорово сыграл Неста в отборе. Гатуза с мячом. Желтую карточку. Третью замену проводит Трапатонь. Йоргенсен. Подача. Усиляет фланг. Прошу прощения. Нет. Защитник. Гатузо. Начинать игру в 5. Еще одного часа после начала. На солнце сейчас 3. Удар не получается. Это даже лучше для Тотти, по-моему. Отсюда можно и пробить. Да. И все-таки въедет. В штрафную. Удар! Не уступил позицию до конца. Был Ери. Удар! Удар! 100% момент. Так сыграл великолепно. И был сейчас у датчан. Опасную игру зафиксировал. Удар! Точно. Силы, силы. Один футболист датской сборной. Дальняя штанга свободная. Сорансен намертво мяч. Не отбивает. Панучи в этом матче играет практически. Был Клаус Йенсен. Прошу прощения. Никлас Йенсен. Грубо сыграл Гатузов. Эль Йенсен будет бить издали. Ли у его шансов возгляду. Вот как раз сейчас. В расчете на то, что он выиграет у Хельвик. Откровенно штрафной. Говорилось и говорится, роль стандарт. Все выше и выше. Мяч. Да, последняя минута основного времени. Прибавил Мехута Гонсалес. Бьет! Угловой. Помните вчерашнюю фильм? Мяч в штрафную. В Ере попытался. Несомненно, датский. Нет, все-таки справляет. Желтобуцы. У Тотти была еще раз. Здесь можно было и красную. Ну, это... можно... Опоздал немного. Но помощь. Посмотрите, а Тотти, по-моему, должна. Вот момент в игру, и тут же прозвучит финальный свисток. Мужественный футболист встает. Нужден Хенриксен все-таки покинуть пределы поля для того, чтобы от своих слов отказываться не собираюсь.